На конкурс дети читают стихи. Попова Полина, 12 лет, город Нововоронеж. Николай Алексеевич Некрасов. Зажгло грозою дерево. Зажгло грозою дерево, а было соловьиное на дереве гнездо. Горит и стонет дерево, горят и стонут птенчики. Ой, матушка, где ты? А ты бы нас похолила, пока не оперились мы. Как крылья отрастим в долины, в рощи тихие, мы сами улетим. Дотла сгорело дерево, дотла сгорели птенчики. Тут прилетела мать. Ни дерева, ни гнездышка, ни птенчиков. Поет, зовет, поет, рыдает, кружится. Так быстро, быстро кружится, что крылышки свистят. Настала ночь, весь мир затих. Одна рыдала пташечка, до мертвых не докликалась, до белого утра.